Даже после появления маленьких факеров война между тестем и зятем не затихает. Что-то не уверен, что ты тянешь на роль крестного факера. Я за тобой наблюдаю. Последнее испытание, чтобы доказать, кто в доме хозяин. У меня тоже глаза есть. И я буду наблюдать, как ты наблюдаешь за мной. Самая известная семейка возвращается на большой экран. Роберт Де Ниро и Бен Стиллер в блестящей суперкомедии «Знакомство с факерами 2» в кинотеатре «Тирасполь» с 23 декабря. Мировая премьера.